Так. Ну а мы приглашаем пройти для поздравления девушку, которая знает гораздо больше иностранных языков, чем любой из нас. Свободно может разговаривать, писать на них. Евгения Сорокина! Так, свободно я могу говорить на русском, английском, французском, эсперанто, немного похуже на финском и испанском, могу понять все славянские, романские, германские языки, плюс чуть-чуть немецкий, эстонский, корейский. Молодец! Давайте поаплодируем! Молодец! На финском, пожалуйста. А кто это уже фразу? Микрофон. Поздравляем молодых. I congratulate the newlyweds on their great day. Я поздравляю новобрачных с их великим. Вау, русский! Угадали! Mi gratulas ĉiun belan paron okaze de ilia grandega tago. Ну, одно слово. Ну, пожалуйста. Что-нибудь на финском. Пожалуйста. Что-нибудь такое жесткое. Всем. На финском. Омниту тейлле. Вот так. Аплодисменты! Ну, языки вы хорошо знаете, а вот со спортом дружите? Ну, вообще, с 16 до 19 лет я занималась фигурным катанием, но сейчас, к сожалению, времени нет. Так как я заканчиваю последний 5-й курс Оренбургского педагогического университета, и нужно готовиться к госэкзаменам и диплому. Студенты, какие насумные, талантливые гости здесь присутствуют! Я думаю, что все будущее за вами. Глядишь, потом где-нибудь мы увидим. Да, будем гордиться, да, по телевизору. Ну хорошо, так, ну я думаю, и вас мы увидим в будущем. Где-нибудь будете на большой эстраде нас радовать своим творчеством. А вы любите спорт? Очень музыку, конечно, но спорт из детства, да, немножко. Тоже легкоатлетика. Потому что, почему я спрашиваю, что следующее задание от наших молодых, это вот нужно будет забросить вот эти вот мячики, вот в эти вот ведерочки.